Дорогие друзья, ну мы, наверное, все-таки сейчас с вами находимся в одном из самых излюбленных мест зоны отдыха жителей. Это зона прудов. Ну, мы так и называем. Пошли на пруды, айда на пруды. Изначально эти пруды были предназначены для орошения полей сельхозназначения. Ну, они сейчас тоже выполняют эту функцию, но наше руководство пошло дальше, и оно сделало для нас, для жителей, зону такую отдыха. Вы знаете, первый раз, когда сюда переехал, естественно, мне хотелось выпендриться, я пригласил батю сюда. И вот я жарю шашлыки, мы с батей сидим, он смотрит на всю эту красоту и говорит: слушай, сынок, а зачем тебе дача? Дай мне дачу. У тебя здесь лучше, чем на даче, еще и вместо тебя все это сделали. А действительно, хотите шашлыки, пожалуйста? Прекрасно, у нас шикарная зона барбекю. Хотите рыбу порыбачить? Пожалуйста, наши пруды в вашем распоряжении. Детей нужно на детскую площадку. Ну, можно на скромной площадке поиграть. Почему я говорю на скромной детской площадке? Потому что мы, наверное, все-таки избалованы. У нас в каждом дворе шикарные детские площадки. А когда я первый раз сюда приехал, я еще сюда не попал. И у меня поразили улицы. Ну, названия улицы здесь нет, вот аллея. Вы знаете, если вот положили вот брусчатку, то она, зараза, ровно лежит. Если сделали озеленение, это не просто кустарники насадили. Это вот, ну, реально ландшафтный дизайн. Реально видно, что работали специалисты. И даже вот когда ко мне друзья приезжают, они говорят: слушай, Серег, здесь бумажку вот бросить, честно говоря, страшно. И почему страшно? Так ее за километр будет видать. Реально чистота здесь, ну, очень чисто. Ребят, а какой совхоз у нас ночью, да? Это вот прям настоящий Лас-Вегас. Ну, не потому, что мы на кнопку нажимаем, у нас тут казино такие вылезают. Нет, нет, это подсветка сверху, снизу. Все это вот подсвечивается. Ну, красота, ребят. Просто красиво. Что для меня совхоз? Ну, наверное, совхоз — это... совхоз — состояние души. Люблю я совхоз. Всем сердцем.